Вот мы приехали из фудбанка. Что мы привезли? Это на семью из 5 человек. 3 взрослых, 2 деток. Вот такой кусок челогача, нарезанный на порцию. 24 яйца. 2 лотка по 12. Так, помидоры. Мы взяли попробовать дурьян. Попробуем консервированный. Цветная капуста из овощей. Перец. Здесь прям салат сборный. Только его заправить. Все. Моркошка. И помидорки черри. Фрукты, мандаринки, апельсинки, яблочки. Это яблочек. Есть 3 консервы с тунцом. Тут, я не знаю, Саша брала, что это, взяла это такое. Такое. Это, наверное, какие-то супы или приправы к супам. Вот. Вот такую консерву. Вот такую. 2 апельсиновых сока по 1,5 литра. Молоко 4 литра. Макарошки. Сыр такой палочка. Сыр на тосты. Сыр Филадельфия. Единственное, сыр Филадельфия. Написали, что он годен до 1 марта. У нас сейчас 6 марта. Вот, что типа можете использовать для выпечки. То есть предупреждены. Бейкери, выпечка. Там любая можно выбирать. Взяли чечевицу красную. Набор хлопьев разных для деток, для завтрака. Такие какие-то тоже снеки. И еще вкусняшки детям. Вот. Кошачий корм. И тоже вкусняшки для кошки. Плюс тут картошка, морковка и лук. Вот такой этот пакет L Large на семью из 5 человек. На 2 недели. С кошкой.